почувствовала что-то такое невероятное, удивление. Почувствовала, ну, гордость, наверное, тоже почувствовала, веру в себя. Кандидатуру Ольги Костылевой на конкурс «Воспитатель года» выдвинули ее коллеги. Сама Ольга Юрьевна на победу не надеялась, но в итоге победила на муниципальном этапе конкурса, а затем уже стала лучшей в регионе. Сначала был заочный тур, он состоял из 4 конкурсных заданий. Это рассматривали интернет-ресурс, то есть мой персональный сайт, визитную карточку, ролик 3-минутный и 2 видео тоже ролика. Это музыкальное занятие с детьми и мастер-класс такой, причем не монтированный, а желательно, чтобы это был цельный, чтобы видно было в работе, как педагог себя проявляет. Угу. Это заочный. На основании заочного тура выбрали из 30, по-моему, 1 конкурсанта 7 лауреатов, которые уже пошли на очный тур, который прошел на прошлой неделе. Ольга Костылева работает музыкальным руководителем в детском саду «Дельфин». Женщина признается, что никогда себе не представляла без детского сада, очень любит детей. Она играет на фортепиано, гитаре, аккордеоне. Развивается профессионально, участвует в семинарах, конференциях, повышает квалификацию. Ольга Юрьевна также активно занимается спортом, ходит на лыжах, играет в теннис, плавает. Теперь ей предстоит участие во всероссийском этапе конкурса «Воспитатель года», который состоится в Перми.